Знакомьтесь, Эван Томас Шпигель, молодой интернет-предприниматель, генеральный директор и соучредитель мультисистемной социальной сети Snapchat. Он занимает 10-е место в списке Forbes самых богатых предпринимателей Америки до 40 лет. Шпигель родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, в богатой семье двух юристов. Со школьных лет он интересовался компьютерами. Он получил специальность дизайнера в Otis College of Art and Design, затем окончил Стэнфордский университет, проходил стажировку по продажам в компании Red Bull и неоплачиваемую стажировку в биомедицинской компании в Кейптауне, Южная Африка. Во время учебы в Стэнфорде вместе с Бобби Мерфи и Реджи Брауном они основали мобильное приложение Snapchat, но Эван является единственным основателем Snap Incorporated. Мерфи и Шпигель имеют 70% голосов в компании и владеют около 45% всех акций.